Всем привет! Сегодня сделаем настройку блокировки экрана планшета с помощью лица. Заходим в безопасность, блокировка экрана и выбираем Face Control. Далее выбираем функцию настроить, продолжить и начинает идти сканирование нашего лица. Лицо отсканировалось. Нажимаем продолжить. Далее нас попросят альтернативный способ разблокировки экрана. Это может быть или графический ключ, или пин-код. Выберем, допустим, графический ключ. Вводим графический ключ. Это все на всякий случай. Повторяем. Подтверждаем. Все, запускаем эту функцию. Теперь видно, что блокировка экрана у нас с помощью Face Control производится. Теперь, когда мы попытаемся включить наш планшет, нажимаем клавишу разблокировки, включение. Появляется экранчик. И мы заходим в наш планшет. Вот я еще раз включаю, убираю лицо. Вот планшет ждет. И пишет, что он у нас не узнает. И предлагает ввести графический код. Если код введен неправильно, то вы не войдете в меню планшета. Также для того, чтобы увеличить эффективность безопасности нашего планшета, можно включить настоящий Face Control. Теперь для того, чтобы планшет вас определил, нужно моргнуть, чтобы разблокировать экран глазами. Но эта функция довольно-таки такая сложная, и не во всех случаях она срабатывает. Но есть. Но работает. Так, ну и давайте сразу отключим Face Control, потому что не все любят пользоваться ним. И нажимаем «Безопасность нет». Все, теперь у нас блокировки экрана нет. То есть нажимаем, включаем, все отлично, включается без всякой безопасности, без проверки. Функция распознавания лица работает не во всех версиях Android, а в Android, в версиях Android от 4.2 и выше.